Начало учебного года в Измаильском техникуме механизации и электрификации сельского хозяйства ознаменовалось торжественной линейкой, которая состоялась во дворе техникума в субботу 31 августа. 6 групп первокурсников, всего 144 человека, влились в дружную студенческую семью. На линейке присутствовал весь педагогический коллектив, а также по традиции были приглашены бывшие преподаватели, ветераны труда техникума. Большой ароматный сдобный каравай разделили на 6 частей, так хлебом с солью встретили новичков. Группам студентов-первокурсников были представлены кураторы, которые с этого дня становятся для них главными учителями и наставниками. Бывшим абитуриентам, а ныне первокурсникам, лучше всех сдавшим вступительные экзамены, вручили большую символическую зачетную книжку. Им же доверили принять эстафету и зажечь огонь знаний. Священник Свято-Николаевского монастыря отец Владимир обратился к юношам и девушкам с напутственным словом и благословил молодежь на учебу, окропив святой водой. Тамара Бобровская, веб-студия «Курьер».